Сейчас я покажу, как можно реализовать алгоритм нахождения редакционного расстояния двух строк. Давайте сперва изучим имеющийся у нас шаблон. Итак, у нас подключаются все необходимые заголовки, а вся интеллектуальная работа будет происходить внутри функции getLevenstein_distance. Расстояние Левенштейна – это другое название редакционного расстояния. В мейне мы считываем строки и просто выводим подсчитанное редакционное расстояние. Функция getLevenstein_distance вычисляет размеры строк. В случае, если одна из строк пуста, то нужно вернуть размер другой строки. Это делается посредством сложения размеров. В противном случае мы пытаемся воспользоваться доступными нам заменами. Сперва мы пытаемся в первую строчку добавить какой-то символ так, чтобы он совпал с символом второй строки. В этом случае нам нужно будет найти расстояние между первой строкой и второй строкой без первого символа, и одно действие мы произвели. Именно добавили к первой строке символ, совпадающий с первым символом второй строки. Второе действие, которое мы можем сделать, это удалить символ. В этом случае у строки 1 первый символ удаляется, вторая строка остается неизменной, и по-прежнему мы сделали одно действие. И третье, что нам разрешено делать, это заменять один символ на другой. В этом случае будет удалено по символу из каждой строки, и мы сделаем одно действие, а именно замену, в случае, если эти символы различны. Нам нужно разобрать все три возможных способа и вернуть минимум из полученных расстояний. Ошибок в данной реализации не видно, поэтому на всех тестах данная реализация должна выдавать корректный ответ. Тем не менее, работать она будет непозволительно долго даже на относительно небольших тестах. Давайте в этом убедимся. Компилируем. Давайте сперва проверим на небольшом тесте. Возьмем тест из условий. Программа выдала правильный ответ. Давайте вобьем тест побольше. Цифры у нас запрещены, поэтому... Смогла сделать 10 замен. Давайте вобьем тест еще больше. И видим, что программа уже думает очень-очень-очень долго. Основная проблема данной реализации алгоритма состоит в том же, в чем была основная проблема первой версии рекурсивного вычисления чисел Фибоначчи. А именно, одно и то же редакционное расстояние для одной и той же пары строк превышается очень много раз в разных ветках дерева рекурсивных вызовов. Избежать именно этого перевышения нам помогает динамическое программирование. Кстати, пока я все это рассказывал, программа все еще выполняется и будет продолжать выполняться очень долго. Также существенным недостатком данной реализации алгоритма, который оказывает существенное влияние на производительность, является то, что при рекурсивном вызове мы копируем хвост одной из строк для того, чтобы передать его рекурсивно в функцию. Гораздо эффективнее было бы передавать константную ссылку на исходную строку и индекс смещения в ней, относительно которого нужно считать редакционное расстояние.